Работа Дмитрия Манзика – это его сбывшаяся мечта. Он хотел стоять у станка, потому и освоил в училище профессию токаря. На производство металла с покрытием пришел в 2004 году и сегодня является шлифовальщиком с самым большим стажем. Работает сразу на двух станках. На одном обтачиваются аппликационные ролики для покраски металла, на другом восстанавливается их полиуретановое покрытие. От того, насколько тщательно шлифовальщик обработает детали, зависит качество покрытия металла. С недавнего времени вместе с Дмитрием Манзиком шлифовальщиком работает его брат Алексей, а Дмитрий в канун Дня металлурга удостоен благодарственного письма полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем металлурга. Это наш общий семейный праздник. Желаю всем стабильной работы и финансового благополучия. С праздником вас!